Есть стадия ректификации, то есть выделение уже готового продукта. Прелесть изопропилового метода это в том, что изопропиловый спирт, прореагировав, получается ацетон. Ацетон опять возвращаем на регенерацию, то есть при помощи водорода мы опять его делаем изопропиловый спирт. То есть у нас по цепочке все это движется. Значит, предприятие Лохимпром – это предприятие тяжелого органического синтеза, то есть все базируется на производстве хлора. Соответственно, при производстве хлора каустика есть водород, который, так сказать, в свое время ушел на сжигание. Теперь его вот нашли применение здесь, конкретно выпускаем перекись водорода. Кратко, вот как бы все. Значит, что касается тех 47 миллионов, о которых говорили в прошлом году, и часть денег, которые будут освоены снова, да? Значит, вообще изначально весь процесс, полностью все алюминиевое оборудование было, да? Сейчас постепенно переходим на нержавеющую сталь. И 46-я вторая колонна, здесь, значит, мы отошли от колпачковых тарелок, перешли на насадки зульцера. То есть при той же площади ректификационной колонны мы увеличили площадь реакции чуть ли не в 3 с лишним раза, да? Поэтому за счет этого мы и сумели, так сказать, нарастить свои мощности. Здесь же, вот, как я уже говорил, второй этап, да, это выпуск именно 50% перекиси, которая наиболее сейчас востребована на рынке. Ситуация какая? То есть, чтобы, ну, что значит 30 и 50%? То есть 30% основного вещества, все остальное 70% вода. То есть возить перевозки, а у нас потребители по всей Российской Федерации, то есть люди экономят на перевозках, поэтому 50% на сегодняшний день наиболее актуально. Для того, чтобы равномерно обеспечить всех потребителей, да, здесь имеются склады, мы можем хранить порядка 3000 тонн перекиси водорода. Вот. Более того, общее направление на экологию, на защиту, да, то есть целлюлозно-бумажная промышленность переходит на отбелку при помощи перекиси водорода. То есть, отказываясь от элементарного хлора, соответственно, так сказать, улучшает экологию там, где производят целлюлозу. То есть можно смело сказать, что наше предприятие выполняет экологическую программу Российской Федерации. Более того, в свое время была разработана программа, она называлась «Большая Волга», где подразумевалось, что баржи с перекисью водорода, наработанные на нашем предприятии, будут ходить по Волге и дозироваться в определенных размерах, чтобы поддерживать, убивать микробы и поддерживать, насыщать кислородом, так сказать, воду Волги. То есть время диктует, все меняется, да, на сегодняшний день вот уже контроллеры, вычислительная техника идет, управление, это тоже одна из статей затрат и модернизации. Но как бы щитовая она осталась, потому что сносить все как бы тоже затратно, поэтому она как бы осталась. Осталась локальная автоматика, да, частично там работает, дублируются, так сказать, показания, но основное управление все ведется через контроллеры, через вычислительную технику. Аппаратчик может видеть все производство, он видит, как идет режим, он может... На данный момент. А погромче расскажите еще раз. В реальном режиме сколько идет, какой уровень в гибкостях, во сколько было в 11 часов, какой уровень, вот на данный момент. А здесь понятие нормы отражено в графике или вы просто показатели знаете? Здесь как нормы, от нуля, да? До 100%, это плюс в процентном отношении. Нет, есть дуга нормы, от которой отклоняется, или вы просто уже знаете мы показатели? Это все узнаем показателем, да, конечно, аппарат. Здесь сидит идет. Инженер с химическим образованием? Да, то есть здесь определяется концентрация, содержание органики, термостабильность. То есть для того, чтобы четко анализ поставить, то есть наша перекись в течение 16 часов 96 градусов выдерживается, определяется ее термостабильность, насколько она, так сказать, может сохранить свои свойства. Здесь же вот все наши хроматографы, да, то есть мы определяем содержание изопропилового спирта, органики, ацетона уже в готовом продукте. То есть если
Но здесь вот как бы сразу же можно посмотреть самопишущие приборы, где вот эти пики нужно вручную обсчитывать. И сразу же вот у нас здесь же стоят уже компьютеры, где автоматически сразу же все просчитывается, суммируется, интегрируется и вычисляется все содержимое. То есть лаборант уже сразу же, так сказать, видит конечный результат, и затем передается уже все аппаратчикам, кто ведет технологический процесс. И он постоянно видит, какие анализы выводит. Диспетчер вызвать любого специалиста, так скажем, любую спасательную службу, прямые связи. Вот, в принципе, как бы так. Есть какие-то вопросы, Анатолий Григорьевич конкретно ответит, как это все осуществляется.